Народ сейчас приехали с сафари, Наташа возмущается, и кто-то накакал на чемодан просто. Насрали. Да Нормально. просто, говорит, какой-то рыбой пахнет. Ну, оно с селедкой или какой-то, То есть видимо, Наталка копченая рыба оставила свой пахнет. чемодан открытый, я свой закрыла. Кстати, это к деньгам, мне кажется. То есть Как это оно автономно. где-то бродит здесь. Какой-то ящер, который просто Чаще. навалял Наташе в чемодан. Зараза, да. Еще сейчас к счастью к чему-то. Да, народу-то, конечно. Ну, блин, а кто отмывать это все будет? А может, он здесь? Я боюсь. Не, ну может он в чемодане. Наташа, отойди оттуда, страшно. Что, серит, наверное? Туалетная бумага была. Что ты насерил туда? Вот же ж животные. Говорит, рыбой пахнет. Она говорит, это все Да. говорит. Понюхала, говорит, пахнет рыбой. Сейчас возьмем салфетки, будем оттирать. Ну, Ну, ты пьешь. потом пойдем на ужин. Наташа нашла маленькую ящерицу. Да нет, ты что Кстати, там? кончик, это не ящик. Тут просто, тут, как не знаю, в полхвоста. Он же не может в четверть веса своего навалять. Ну, не знаю. Таланты есть, конечно, Ну, среди. то есть где-то Животные здесь у тоже. нас есть какое-то животное, которое нормально так кладет в чемоданы. В общем, будьте осторожны, спать будет стрёмно сегодня. Как вам сказать, стрёмненько, но красиво. Домик в темени, его не видно. Так, туда мы не пойдем, мы пойдем на ужин. О, Наташа уже открывает дверь, выходит. Вот, Наташа уже дверь только что открыла, а тут мангуст сидит. Она говорит, ты кот? Он говорит, ты что, я мангуст? В общем, вот такая веселуха. Пошли мы спокойненько себе на ужин. Все, под прекрасную музыку, кажется, с Титаника, да? Входим мы в прекрасный, я надеюсь, ужинный зал. Кстати, прохладненько вечером. Прохладненько, прохладненько. Что-то это все Да. обслуживающий персонал, так он одет, такие все плисочки у них. Все Интересно. Ага, нормально. вон там что-то есть. Ну, идем. Ну, идемте А где мы посмотрим. сядем? Я не знаю, может даже ближе к залу Вот, как-то. чаек, кофеек, чаек я попью потом обязательно. Да, есть? Да, чаек хочется. Очень желаю, да. Ну, не знаю, давай, где мы и сидели, вон какие-то, чтоб не в столбе. 16. Мы сидели за 16 или за 15? Ну, за 16-м. Давай за 16 снова сядем. Давай. Вот как. Поставлю здесь А сейчас уже рюкзак. будет шведский стол, да? Где посмотрим, да, вроде шведский пошли. Люблю я такое, Прямо, нет? никого нету, мы прямо вам всем показываем. Hello, Jumbo. Hello. Good evening. Good evening. Okay, is it there? Thank you. Все там. Мы все правильно проверили. Jumbo. Так, сейчас. О, вот это давайте начнем с джамбо. О, Вот дынька дынька, ананасик. и ананасик. Боже, Это какой-то что? уже Это тропикал мусс. мусс. Боже, я уже все хочу. Начну. Вот скажите, ох, Кремчик. какие. Потом это что такое? Шоколад Шоколад, мелба, и соус, какой-то соус понятия не имею. мелба. Оранж, оранж кейк. Ну, может, попробуем что-то. И какие-то коконат макарони. И алмонд тарт. И Боже, они что, орешковый тарт. А ну, издеваются? Наташа, приподними. Циномон пудинг. Пудинг, боже мой. Боже, они издеваются. А ну еще не видно. Так, Пудинг ладно, вот. сделаю. Слушай, а может Вот ты он, сделаешь с пудинг. этим, как ее, Что? вспышка? Не, все Не нормально. хочешь? Цинамон пудинг вообще потом Так, пахнет. ну давай идем. Не, давай вот сюда вот идем. Супные Сумочек. приборы. Крем суп панкин. О, О, я же хорошо, тебе вспышка. говорю, Ну вспышка вот, только в глаза спасибо, людям не Наташа. светит. Ну, панкин суп. Я буду светить панкиному супу в глазах. О, вот супчик я буду. Кстати, в конце, там, где у нас есть видео про мясо, я все-таки панкин суп попробовала вкусный. Булочки. Булочки. О, а есть еще чикен суп, клер чикен Ого. суп. На Ух это. ты, даже не знаю, Что-то что он похож лучше. на цель. Который мы Бульончик. ели. Который мы Это ели. что у нас, Это салатики? салатики. Вот нарезанные помидорки, Боже, салат, маслинки. еще какой-то качамбари, это уже, наверное, Ну, это лучок какой-то, помидорки с помидорчик лучком еще. Так, и бетрут, как винегретик, да? Так это есть это, слушай, это по-моему, это мой любимый ананас Да? с этим, О. да. Это С есть этим оливки и соусом. все остальное, вкусные Томаточки. всякие добавки. Это, наверное, майонез, томатный салат какой-то, Отпись. томато салат. Угу. Ну ладно. Но они перепутали. О, Есть рисик рис и макарошка. есть вермишель. Почему-то А это рисик, суп. смотри. Рисик, по-моему, с ананасом. Кусочки ананаса явно вижу. Обалдеть. Я макароны хочу. Обалдеть, но я хочу макароны. Да. Дальше. Ну, можно все взять. Вегетейбл, что-то овощное. Тут ничего Ничего еще нету. не принесли. Картошечка. А это такая картошка с Леонайс лучком. картошка. Леонез потей. Боже, я ее тоже хочу. Конечно. Так, что здесь? Так, здесь у нас, Пшеница, по-моему, еще не все. угали. Потом шпинат. Шпинат.
А что так, она снова ничего добавить, что я не поняла? Так, это что это индийское, да? Ага, окра, масала, что-то еще. И это ничего. Окей, nice, thank you. Розмари, чикен, так, ага, чикен и биф. И биф строганов. Ага. Да ты что? Класс, супер. Биф, ну, без строганов буду, не хочется этого. Не хочется просто с косточками. Все. А я что-то голодная, ты знаешь? Да? Ну да. Ой, извините, Наталья. Можно посредить в левый и в правый глаз, да? Все, набираем вкусности и потом покажем. Это очень вкусно или мы голодные? Мы голодные, мы наверное, голодные. И все очень вкусно. Уже я ошиблась. Наталенька сейчас покажет, что ты взяла. Салатик, оливки, вермишельку, томатики, курицу и картошечку. И бестроган, и картошечку даже. Да. Ух ты. Все взяла. Так, а супчик ты не взяла пока? Нет. Показываю. Я взяла супчик, памкин тыквенный. Дальше рис с ананасами, вермишельку, бифстроганов и салатик. Ну давай, Наташа. Ты сейчас включила эту вспышку, а в меня сейчас так это какой-то большой жук так. Так, ну хорошо, давай я тебе не буду в лицо, но я буду в твою давай тарелку. Давай, я хочу бифстроганов попробовать. Что надо? Угу. Вкусненько. Немножко твердовато, но жеваемо, все нормально. А попробую еще вот эти вот салаты, я картошку и вермишельку, да. Прикольно. Угу. Курочку говорили попробовать. Ну да, как бы все по кусочку. Просто составим мнение. Как раз тут менеджер отеля Никсон спрашивал, где мы еще были, какие отели, как там кормят. Ну, все узнает конкурента, все правильно. Пахнет отлично. Ну серьезно. Пахнет отлично, угу. А вкусно ли? Вкусно. Хорошо, еще, угу. А еще салатики вермишелька. Давай макароны, угу. Тут с овощами и немного, по-моему, с томатом. Ну, Санди, will you stay? Thank you. Okay. Да, спросил мальчик, что будем пить. Mm-hmm. Что, вермишелька? Mm-hmm. Огонь? О, у меня тоже есть, хорошо. А салатик я уже попробовала. Угу, салатик, это прикольно, да. Это ананас с бурячком, все зашибись. Это такая тема. А смотрите, как теперь здесь уже темновато, в этих дебрях, где мы сидели и бегали. Видно. Да? Перевернутые рожки вверх. Так, ну что, давай я попробую сейчас супчик. Угу. Переводим. Опс, давай, ладно. Можешь меня осветить, ничего страшного. Так, супчик тыквенный. Тыкву не люблю, супчик тыквенный люблю. Я за кадром жую так. Очень классно. Ну, странно, он уже как остывший. Хотя я открыла, налила супчик, закрыла. То есть я только первая подошла. Вообще, видите, никого еще нету. Вопросики. Мы найду самые первые. Странно, что вот оно действительно... Хотя я его поставила и пошла это набирать. Может, настолько прохладно, что оно остыло уже здесь в салоне? Не знаю. Да, навряд ли. Сегодня нам какой суп принесли горячий? Что я хочу попробовать вот с ананасом. Я предположила, что рис с ананасом. Хочу же вам показать. Ну, давай. Показать что? Рис, ананас. Серьезно? Mm-hmm. Классно? Mm-hmm. Интересно. Завезли ананас, да? Рис, ананасом. Прикол. Mm-hmm. Класс. Mm-hmm. Бефстроганов. Mm-hmm. Так, немножко взяла, чтобы по чуть-чуть. А там еще грибы кругу. Есть. В бефстроганове. А грибы? Угу. Mm-hmm. Грибы, вон я бачу. Чемпиньоны. Mm-hmm. Классные, да. Твердоватые, но жуется спокойно вполне. Ну, достойно, да? Здорово. Друзья, mm-hmm. присоединяйтесь, покушаем, потом покажем вам, что мы взяли на сладкое. Боже, выбачь ты, я обесралась зараз. Наташа, ты можешь его снять? Оно такое здоровое, что теперь я понимаю, почему ты его с котом перепутала. Я аж подпрыгнула, оно возле меня прошло. Это мангустик. Почему он как кот? Привет. Где он, где он? Привет. Это не мангуст. А кто это? Это не мангуст. Ну а кто это? Не мангуст, я пойду спрошу у ребят. В смысле? Я говорю, мангусты, они другие. А это полосатый, это реально как кот. Точно мимо придет? Да. Я же вам вскочила и побежала с места, телефон брать снимать. Это не мангуст был? Это не мангуст. Ну прикольно, да? Ну прикольно. Это в обед были ящерицы, да, а тут это вот это чудо. Так я тебе говорю, я на него посмотрела. Я такая, а, Наташа, подожди, а куда же он пошел? Туда пошел, туда ушел. Не, уже не видно, конечно. А, вот, тебя видно. Привет. Кто ж ты такой? Глаза горят. Боже, какой ты поганый. Бозя. Ну, сё-то яка. Теперь я понимаю, ты такого видела? Да, да. Так это да. На кота похож.
А це не рікіті-кітаві, ні? Ну, мангуст, рікіті-кітаві. Да. Бузі, какой красавчик. Такі полосатые. Це не мангуст, по-моему. Пишіть в коментах, хто це, мангуст чи ні? Да, он Оля говорит, пишите в комментах, це хто. Бузі. Ти кот? Ти їду хочеш? Глаза светятся, вспышку включили. Бузя. Слепили бедное животное. Не, ну если бы мы слепили, он бы не смотрел. Вот это один к одному я сейчас показываю. Ну ты красавчик. Так что, пойдешь узнавать? Ну да, наверное, пойду. Пошли со мной, узнаем, кто ты. Это не мангуст, это Дженнет Кат. Кат такие? Да, это кот, который сказал, он не придет и будет есть твою еду без вопросов, что они приходят вот сюда вот. Ну еще бы, так он и шел как раз, он же по времени шел к ужину. На щетку. Так в смысле есть будет мою еду, я тоже хочу есть свою еду. Это кот, это реально кот. То есть ты спросила у кота, ты или кот, а ты мангуст? Он такой. Он не агрессивный, да? Ну сказали, что он приходит сюда. Он такой, блин, всегда пускали, а теперь какие-то девки снимают и не пускают меня поесть. Это смешно. Так, ну ладно. Приступим к еде. Так, все не так однозначно. Наташа пошла за вторую порцию. Ну правильно, одну съели, можно и вторую. А теперь национальная, да? Угали это белое. А что это, расскажи еще. Господи, это из какой-то муки. То ли кукурузная. А, то есть она не как рис слепленный такой. Ну это вот такая вот, она как лепешка такая. Я помню, ты пробовала на каком-то пляже. Ну они руками вот это едят. Шпинатик, потом капустка. Это же это, же бифстроган. Ага, бифстроган. Это с окрой, масала окра. Это дамские пальчики, еще бамья она называется. Это тоже якась масала, но видишь, с этими. Ну, покушай. Как она зовут? Бинсы. Это фасолька. Фасолька. Приятно. Вот ушел, мы где-то оборачиваемся, его нету уже. Наверное, пошел на другие хлеба, где ему дадут что-то покушать. А мы растерялись, стали снимать видео, вместо того, чтобы вести контакт, гладить, наверное, кормить. Но если бы он кусанул, наверное, там как после обезьяны, сколько там, 4 укола, да? Не знаю. Это... Ну да. Нам же друзья рассказывали, там, одного же нашего... Куснула обезьянка как-то и все чудесненько, 4 укольчика. Интересно, я не могу ничего сказать, что это такое, честно. Если бы мне дали, я бы поняла, что это какой-то вот что-то слепленное, может даже манка. Вот честно, манка нет, не такая. Окей, да, на манку вот такой похоже. Поняла? Такой вот. Это хлеб, я так понимаю, это кенийский хлеб. Без него они без угали, они никуда не это. Никуда не дали. Да, мука. Кстати, персонал очень вышкаленный. Подходит все время, спрашивает, что-то надо, убирает тарелки, вам понравилось, что добавить, рекомендации, не вопрос. Короче, классно, молодцы ребята. Фасолька отменная. Так, масала. Ну, такой шведский стол тоже приятен. Хотя, когда тебе приносят трибюдон на выбор, ну, тоже классно. Слушайте, ну, да, здорово. Такой вариант. Нету соблазна нам больше наесться, вот как сейчас, да? Слушай, ну, я рис не доела, я поэтому сегодня так и на ужин мало ем, потому что и на обед я рыбу съела, а рис вот половину еле-еле. А я еду не могу оставить, понимаешь? Так, окра шикарно. Вообще так сделано. Шпинатик. Ну, в общем, готовое вкусно, я так понимаю. Нормально. Ну, претензий нет, сейчас пойду сладенькое возьму что-то. Вы, конечно, напишите коммент, что вы взяли. И что вы обычно берете на All-Inclusive. Я хочу цинамон пудинг, я не знаю, что это такое. Наверное, его поливают тем вот не соусом, кастер. Попробуем все. Я хочу фрукты еще, прежде всего. Фрукты. Ну, чаек потом попить. Кстати, чаек, наверное, заварю сейчас. А потом пусть он стоит и вернусь с фруктишками уже. Давай. Далее будем. Давай. Давай. Так, друзья мои, вернулась, хотела взять больше, но подумала, что не осилю просто. Что, есть Наталенька, да? Да, вот. Есть цинамон пудинг. Цинамон – это корица, да? Ну да. Пудинг из корицы, и поливаешь… Кастерд, это крем, да? Да, кастерд. Таким кремом. Ой, вот это макадамия, что-то такое. Макарони. Написано, как она, макарони. Ну, а я думаю, макадами. И ананасик, и дынька. Давайте это попробуем. Нет. Я потом сам... тебе будет не сладко есть, все поздно. Что? Вкусно? Песочное печенье. Абсолютно не сладкое, даже соленоватое. О, классное. Печенье макароны. Что тут сикавы. Мне интересно. Красиво выглядит. Ой, ты прямо ешь, аж запахло вкусно. Так, ну я попробую печенье. Пудинг. Теплый. Классно. Кстати, можно было еще полить. Чем? Еще этим. Больше? Еще больше, да? Чтобы оно пропиталось. Он такой суховатый, как кекс. Ага. Вкусный, но суховатый. Этим поливаешь вообще.
Ну, класс. Просто класс. Ну, сейчас ты не почувствуешь. А говорю, как человеку. Съешь сначала фрукты. Что, Наталья, ты мне говорила? Да, я тебе сказала, съешь сначала фрукты. Ну, если ты не поняла, конечно, о чем я думала. Дынькам. А я не озвучила, это ж тоже не моя проблема. Дынькам не сладкая. Ну, но конечно. Я не думаю, что из-за этого. Просто да? Посмотри. Хорошо. Давай я тебе дам сейчас посмотреть. Давай. Давай. Нет, просто вот я вот... Я не жду от этой дыньки сладости, она зеленоватая. Ну что, как? Дынька не сладкая. Не, она не сладкая, но это может и сорт такой быть. Не, она вообще не... Ну, она ароматная. Мне главное, если вкус не перебивает. А у нас, посмотрим сейчас. Дыньки у нас неплохие, да? Были. Вот, ну, да. Сезон, не сезон, может же быть разное. Ого, сока сколько. Сейчас бы это ананасик на гриле, да? Ананас хороший, сладкий. Классный? Да. Ну, на здоровье. Значит, это вот все вот классно, что я взяла, супер. Хотел что-то апельсиновый кейк взять, там был orange кейк, но так посмотрела, вот это съем, чай я купью и будет классно. Еще подождем, что Наташечка его сделает. Ну, конечно. Наташа увидела джентл кота, который под столом сидел. О, девочка, которая на сладостях стоит, она там это и говорит, а вы видели этого котика? А я говорю, а что? Ну, я же не дуже какого там котика еще? Да, она говорит, это, да. А я говорю, ну, видели. А она говорит, так вон он сидит. Я говорю, да вы что? Я смотрю, а он на стуле сидит. Там стол просто приставлен к этому, ну, там, его, ну, короче, он на стуле сидит, такой хвостяр. Он сидел, 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 потом осмелился, и такой бросок, типа, на сладость. Ну, конечно, его быстренько погнали. Я спросила, он может укусить? Он говорит, не, они очень, типа, кстати, возили. Сейчас тебе расскажу. Хотя, как... если они ночные, то, наверное, они все-таки что-то съедят. Когда такое. Ты ушла за сладостями, помнишь, ты там звук слышала? Да. Два раза два звука. Ко мне подошла девочка убрать посуду. Угадай, какое животное этот звук издает? Я не знаю. Гиена. Она ходит, ну, они, их здесь несколько, они ходят. Ты видела? Нет, они ходят в отеле, но они, типа, людей не цепляют. Самое печальное, когда я спросила, если она съедет джентл-кота, что будет, она его съест. Кот, да? Нет, гиена. Ой, боже. Кота, неприятно. Ой, боже. Так, я ну понимаю. Ладно, закончим так. На хорошей да. ноте. А ты мне две этих штучки да, взяла, две взяла. Макарони. Я вот это взяла. Давай попробуем. Как раз кейк, классно. Вот этот. Мне интересно твое мнение про макарони, я же тебе не дала попробовать. Вот эти, да? Да, маленькие. Ну давай. Ну как раз не сладкая. Ну они так пахнут обалденно. Угу. Вкусные, да? Вкусняшки. Так это же кокос. Ну кокос. Просто как печеньки. Я чай попиваю пока вот. Наташа мне две макаронки принесла. Тут класс. Кокос. И оно вообще даже немножко солоноватое. Класс, прикольное. Здесь что за два куска? Таких это ананасы? Да. Вот такие большие. Такой все поменьше. Кстати, наш водитель тоже пришел. А, да? Стив пришел. Мы такие думаем, что у нас водителя нету. Странно, что он не кушает. Он присел, но он почему-то это, сладкое. Он начал это. Взял мусс. О, мусс я взяла. О, да, я не заметила. Это тропикал мусс называется. Ага, мы ели шоколадный мусс, помните? Сейчас попробуем. Наталенька, отлично. Печенье, обалдеть. Ты нормально взяла, сейчас ты нормально покажешь, а нужно мне мусик вот вставить. Опа, извините. Утягиваю к себе в рот. Как яблоко с корицей. Наверное, это, кстати, ананас. Боже, как вкусно. Рекомендую. Так, а можно я вот это попробую? Потому что вот эти штучки, они обычно такие, что не якое. Написано оранж. Ну ты знаешь, вообще классно. Да? Да. Я просто удивлена. Обычно они такое не очень. Да, сладости вообще, да. Они обычно нехорошо умеют, ну, не умеют делать, скажем так. Не все, но не... Ну, да. А ну, давай это. Я налила так, балдежно, что она шикарно, да? Пропиталась. Обалдеть. Классно. О, да. Боже, как вкусно. Ну, друзья наши, вот это такой сегодня у нас ужин. Необычный, с котом. С чемоданом, в который, извините, он идет, он идет. Наложили трошечки. Вот. Масятка, где она? Да вон он пошел. Так. Это уже не увижу. Догоню масятку, вон она. Только не сильно беги. Вон хвост. И попрощаемся с вами. Где он? Он дальше. Ты смотри, там, чтобы гиена может охотиться. Я ж тебе счастья желаю. Ты где? Так, а где это животное? Странно, что уже убежало? Просто я боюсь, что оно на меня прыгнет. Я немножко испугаюсь. Ну куда он убежал? Наташа, его нету. Ну что, он быстрее меня? Конь, блин, быстрый.
Так, не догнала я котиком, а попрощаться с вами и пожелать вам спокойной ночи надо. Точнее, доброго утра или хорошего дня, в зависимости от того, как вы смотрите наше видео. Ставите лайки и комментируйте. Большое вам спасибо. Всем пока!